Здравствуйте, друзья! Меня зовут Надежда Елькина, и сегодня я хочу показать вам процесс очистки пастомашины Мейкинс. Любой инструмент требует ухода, и пастомашина не исключение. Со временем на ее ножах скапливаются крошки пластики, что может привести вот к такому результату. Итак, чтобы разобрать и почистить машинку, необходимо подготовить отвертки, плоскогубцы или гаечный ключ, влажные салфетки и универсальную смазку ВД-40. Откручиваю винтик с боковой части, со стороны ручки. Снимаю боковину. Чтобы отсоединить ножку, снизу откручиваю гайки. Рекомендую фиксировать порядок разбора пастомашины на камеру. Это может существенно помочь при сборке. Чтобы снять другую боковину, открываю крышку регулятора толщины. Отвинчиваю внутреннюю гайку, снимаю шайбу и пружину. Откручиваю винтик и убираю боковину. Раскручиваю гайки, чтобы снять вторую ножку. И убираю освободившуюся подставку. На боковой части со стороны ручки отвинчиваю гайки с направляющих стержней. Снимаю оставшуюся часть боковины с этой стороны и вынимаю из пазов крышки и ножи. Валики и направляющие стержни оставляю на местах. Влажной салфеткой очищаю валики. Ни в коем случае нельзя соскабливать налипшую глину твердыми предметами, чтобы не повредить поверхность деталей. На механизм наношу небольшое количество смазки ВД-40. Очищаю лезвие от глины. Протираю их влажной салфеткой. Теперь пастомашину можно собирать. Возвращаю на место подставку и прикручиваю ножку со стороны регулятора толщины. Не забываю ставить шайбы. Лучше собирать машинку вместе с помощником. Это значительно облегчит процесс сборки. С этой же стороны прикручиваю лицевую часть боковины. Вращаю штырь и определяю самое широкое положение валиков. На штырь надеваю корпус регулятора толщины цифрой 1 кверху. Ставлю пружину, затем шайбу и затягиваю гайку. Проверяю работу регулятора. Ставлю ножи и крышки в пазы. Этот этап самый трудоемкий,
Здесь особенно пригодятся руки помощника. Удерживая детали на местах, накрываю их боковиной и очень осторожно и не торопясь поочередно вставляю все детали в пазы боковины. Проверяю, все ли на месте. Направляющие стержни, оба валика, передняя и задняя крышки и два ножа. После этого ставлю шайбы и затягиваю гайки на направляющих. Прикрепляю вторую ножку. Ставлю на место крышку боковины и закручиваю винт. Закрываю крышкой регулятор толщины. Протираю машинку влажной салфеткой, а затем сухой тканью. Вот и все, паста-машина снова готова к работе. Задавайте вопросы в комментариях, читайте описание под видео. Творческих вам успехов! Пока-пока!